Красный уровень опасности объявлен в Минской и Гомельской областях. В остальных регионах – желтый. Причина – высокая вероятность возникновения пожаров. МЧС призывает соблюдать осторожность при обращении с огнеопасными предметами и рекомендует не разводить костры, не жечь мусор на данных участках и вблизи лесных насаждений, не бросать непотушенные сигареты. В Беларуси темпы заготовки травяных кормов в три раза опережают прошлогодние. В республике скошено 267 тысяч гектаров, 20% плана. Климатические условия в регионах разные, это отражается на результатах. В лидерах Брестская область. Там убрали почти половину площадей. А вот в Могилевской работы только начались. Хозяйства страны обеспечены техникой и необходимыми консервантами. В Могилевской области комитет госконтроля провел мониторинг торговых объектов. Нарушения в 8 магазинах Кличевского района. Ритейлеры продавали мясные полуфабрикаты с истекшими сроками годности. На некоторые товары отсутствовали необходимые документы. Также допущено завышение цен. По выданным рекомендациям и предписаниям незамедлительно приняты меры реагирования. В Могилевской области в этом году планируют трудоустроить около 6 тысяч человек в составе 300 отрядов. Ребята будут работать на таких предприятиях, как «Атлант», «МАЗ», «МТС», «Гомсельмаш». Некоторые отправятся на стройки в Россию. С каждым годом все больше молодежи предпочитают проводить летние каникулы с пользой, ведь это возможность не только заработать, но и найти новых друзей. В Бобруйске прошли ежегодные соревнования санитарных дружин. Команды демонстрировали оснащенность табельного снаряжения, состязались в оказании первой медпомощи, показывали на практике умение отбирать пробы воды, почвы, растительности и продовольствия. В лидерах Белшина, второе место у красного пищевика, бронза у Бобруйска Громаша.